Привет. Попробуем сегодня посмотреть, что о вас думает тот человек, о котором вы загадали. Итак, прекращаем внутренний диалог. Думаем об этом человеке, настраиваемся на него и загадываем вариант от 1 до 4. Первый вариант. Подход человека достаточно прагматичен. Он рассматривает скорее как источник ресурса себя. Он скорее, опять же, это для того, чтобы традиционно выполнять свои функции в отношениях. И, в общем-то, в целом материально наполнять, да? В любых отношениях, несмотря на эмоционально некую чувственную связь, есть материальная, он вполне готов. То есть он готов заботиться. Для тех, кто выбирает второй вариант. Тоже рассматриваетесь как наполненная, энергетически наполненная женщина, питаете, как при этом обладающая женщина достаточно решительным характером и способная где-то по-мужски подходить ко многим вопросам на своем ресурсе, да, и которая может быть знает достаточно неплохо, как распоряжаться финансами. И, в общем-то, владеет ими. Хотя, возможно, иногда ему кажется, что, здравствуйте, финансами распоряжается слишком свободно, но в целом находит это правильно. Третий вот вариант, кто выбрал, от вас человек думает, вы для него источник некий, тот полюс, который обладает сакральными знаниями, для него непонятными. И в этой части вы сбалансируете его, поскольку у него таких качеств нет. Рассматриваетесь как человек достаточно наполненный, человек с большим потенциалом материальным. Где-то, возможно, он находит это конфликтным для себя, иногда не согласен. Но, опять же, в целом, если смотреть на это все, то вы балансируете то состояние, которое можно, которое позволяет, в общем-то, считать отношения устойчивыми. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, могу сказать, что много нового человек в себе находит в отношениях с вами, воспринимает вас как просто нечто новое, при этом достаточно большой потенциал у вас созидательный. Вы для него человек-творец, который может творить в том числе и личные отношения, личное счастье. Где-то он даже, может быть, и не совсем готов к этому, потому что присутствует элемент неожиданности. В любом случае, в отношениях в этих есть перспектива при проработке их, потенциал есть. Если какие-то вопросы у вас вне зависимости сферы отношений или других, пожалуйста, можно обращаться ко мне. Все реквизиты указаны, WhatsApp, Telegram, то есть каналы все не являются тайными. Будем смотреть, анализировать и решать, что можно улучшить в вашей ситуации. Пока-пока.